Друзья, привет всем! Сегодня я расскажу, как вам заработать на блогерстве миллионы долларов. Вы просто офигеете от того, на чем сейчас люди зарабатывают огромные деньги. Как сейчас люди зарабатывают огромные деньги? Я вам сегодня расскажу о методах и фишках, которые вы тоже сможете применить. И кто его знает, может быть, именно это видео изменит вашу жизнь, и вы найдете ту идею, на которой заработаете свой первый миллион. В общем, обязательно досмотрите это видео до конца. Полетели. Начнем мы с Хаби Лейма. Я думаю, многие знают этого парня, многие видели этого парня. Если вы не знаете, ребята, это самый популярный блогер в мире сейчас. Самый популярный блогер в мире. Он с нуля заработал 5 миллионов долларов, может уже больше. У него один пост в ТикТоке стоит от 50 до 100 тысяч долларов. Сейчас он коллаборирует с крутыми брендами. Сколько времени он к этому шел? Ребята, полтора года. Полтора года назад он еще был никем. И за полтора года он стал самым популярным блогером, блин, в мире. И при этом, внимание, этот человек не сказал ни слова. Он в своих видео не сказал ни слова. Ребята, этот человек не поет, не танцует, у него нету никаких талантов. У него был только телефон. Был только телефон. Давайте посмотрим его самое популярное видео, на чем он заработал свое состояние. В общем, что он делает? Он берет вот эти вот стебные, глупые лайфхаки и снимает на них свою реакцию. Он просто берет чужие видео. У него даже нет идей. Представляете, даже идеи здесь не нужно. Он берет чужие видео и снимает на них свою реакцию. Вот лайфхак, как чистить банан. Вот он берет какое-то чужое видео. Берет вот этот вот идиотский лайфхак. И снимает на него свою реакцию, адекватную реакцию, как делают все. Смотрите, он просто сидит и чистит банан. Ребята, это все. Это все. И на таких видео он сделал себе состояние. Все. Вот, показал. Все, ребята, это все. И вот такие вот он снимает ролики. И это, блин, заходит. Вот еще одно видео, которое набрало 200 миллионов просмотров вроде бы. Вот, он берет какой-то лайфхак, как чистить вишню, да? И высмеивает это все, смотрите. Оторвал и все. И все, сидит где-то там в поезде, да, снимает. Все, ребята, он не танцует, он не поет. Он даже, блин, не разговаривает, ребята, не разговаривает. И вы говорите, что все уже сейчас невозможно пробиться. Самая нелепая идея может залететь. Самая нелепая идея. Ребята, пробуйте. Люди до сих пор в нашем мире думают, что невозможно добиться успеха без денег, без связей, там, без каких-то талантов. Можно, ребята, можно с абсолютного нуля. Вам нужно вот... только телефон. Достаточно телефона сейчас и выход в интернет. Все, все. И вы сможете заработать свои миллионы. Давайте посмотрим его аккаунт в ТикТоке, этого Хаби Лейма. Смотрите, 130 миллионов подписчиков. На него подписывались там по 20, по 30 миллионов в месяц. Представляете? Смотрите, сколько просмотров. 100 миллионов. 60 миллионов. Вот, опять же, лайфхак. Вот, идиотский лайфхак. Как достать банан. И вот он показывает простейшее действие. Вот еще, типа, высмеивает это, да? Вот такую вот придумал идею. Все, и достает банан. Ну, у него не только такие ролики, в общем, можете посмотреть. Он разные приколы снимает. Вот, смотрите, ролик на 128 миллионов просмотров. Вот, девочка чистит яблоко, да? Опять же, берет чужое видео. И потом ест нечищенное яблоко, да? Он сделал то же самое, но с яйцом. Вот, он жарит яйцо. И потом ест сырое яйцо. Вот и все. Без слов. Берет чужое видео. Даже идей своих не нужно придумывать. Представляете? Ну это просто гениально, гениально. И на такой гениальности
Он стал самым популярным блогером в мире. Многие говорят, да, что... Ну вот еще давайте этот прикол посмотрим. Вот он берет какие-то видео других людей, да. И что он сделает? 188 миллионов. Ага, ну повторил за ними, да? Вот, видите, этот промахнулся. Это тоже промахнулся. И он тоже, вот. Стелит кровать и ложится на пол. Вот и все. Вот и все, ребята. Многие устали, да, уже от каких-то там советов. Вот я читал, да, почему он так взлетел. И многим просто вот хочется посмотреть на вот такие вот приколы, да. Когда их никто не учит, когда им никто там ничего не рассказывает, не показывает, а просто вот позалипать вот на такие вот приколы. И это оказалось, да, востребовано. Вот и все. Вот еще ролик на 350 миллионов. Ага, вот этот вот лайфхак с этим зеркалом заднего вида для пассажиров. Вот он просто сейчас, наверное, посмотрит назад, да? Ну и откроет дверь, все. Ребята, многие тоже начали вот такую вот тему снимать и тоже заработали большие деньги, тоже стали популярными на такой вот фигне. 350 лямов. Самая простейшая съемка, ребята, самая простейшая съемка. В инсте у него, смотрите, 68 миллионов подписчиков. А еще полтора года назад было пару сотен подписчиков, пару сотен. Вот, смотрите. Топовые ребята его комментируют, смотрите. Вот он на красной дорожке. Ну что сказать, красавчик, красавчик. Смотрите, с охраной ходит. Ребята, сейчас TikTok до сих пор остается самой простой площадкой для продвижения. Смотрите, я тоже есть в TikTok, и чтобы сюда зайти, вообще ничего не нужно. Даже ролики мне не нужно снимать отдельно. Мы просто берем видео с YouTube и перезаливаем в TikTok. Все, ребята, все. И мы набрали по 100 тысяч подписчиков на аккаунтах. По 100 тысяч просто берешь ролики и перезаливаешь. Даже... Можно брать чужие ролики, многие так делают и перезаливают. Все, ребята, все. И просмотры растут, и подписчики растут. Сейчас нигде нет таких возможностей. Ни в Ютубе, ни в Инстаграме, чтобы вот так вот просто, чтобы вот так вот просто раскрутиться. А если вы будете еще снимать контент специально для ТикТока, под ТикТок, тогда вообще пушка. Ребята, пока есть такая возможность, не упускайте этот шанс. Когда меня спрашивают, где проще всего раскрутиться, это, конечно же, TikTok. Конечно же, TikTok, он сам тебя, блин, продвигает. Не нужно никаких денег. Вот смотрите, мы просто перезалили ролик, да? 1,6 миллиона просмотров. 100 тысяч подписчиков. Вот смотрите, 500 000 просмотров. Это мой основной TikTok. Вот смотрите, на мотивации у нас 1,6 миллиона просмотров. 500 000 просмотров. 100к, 100к, 300к, 200к. Опять же, 1,6 миллиона. Почему у меня всегда по 1,6 миллиона просмотров? Прикольное число. Смотрите, 1,2 миллиона просмотров. Вот, смотрите, 90 тысяч подписчиков, 60 тысяч подписчиков. И на этом аккаунте 100 тысяч подписчиков. Просто берешь и перезаливаешь. Все, ну... Когда были такие возможности? Когда были такие возможности, чтобы вот так вот площадка брала сама и продвигала тебя? Так, двигаемся дальше. Смотрите, сколько блогеры зарабатывают. 7-летняя девочка зарабатывает 28 миллионов долларов в год на YouTube. Только вдумайтесь в эти цифры. 28 миллионов долларов. Больше, чем владельцы там крутых компаний, чем владельцы заводов. Блогеры. Я помню, как над нами смеялись раньше. Это какой год? 14-й, да, 15-й. Теперь блогеры, это лидеры мнений, это миллионеры. Все блогеры, у которых там 500 000 подписчиков или 1 000 000 подписчиков, и которые более-менее правильно умеют монетизировать свой контент, они все долларовые миллионеры. Все долларовые миллионеры. Давайте почитаем
Про Настю, смотрите. При рождении маленькой Насти диагностировали тяжелую форму ДЦП. Врачи говорили, что девочка не будет ходить и разговаривать. Одним из методов терапии была работа на камеру. Вот что придумали родители. Мы посмотрели, что для деток есть на Ютубе. Увидели, что очень популярны видео о том, как ребенок распаковывает подарки. И решили попробовать поснимать Настю. Все. Все, ребята. В интернете не было совершенно никакой информации. Нигде не писали, кто такой блогер и как на этом зарабатывать. Все. Они посмотрели, какой сейчас тренд, и просто влились в этот тренд. И сейчас это самый топовый канал. И плюс они были не первые. Они были не первые. И стали самыми топовыми, да? Не обязательно даже быть первым. Вот ее канал. Вот, 6 декабря 2016 год. Довольно-таки рано. 3 миллиона, 8 миллионов. Смотрите, какие просмотры, 19 миллионов просмотров, 19 миллионов. Вот первые ребята. Я думаю, многие их знают. Вот, они из Украины. Они все сейчас начали делать контент на английском. Вот еще вам лайфхак. Если вы хотите стать топовым, вам нужно метить уже сразу же на мир. Потому что там проще раскрутиться. Вот, мистер Макс. Смотрите, вот они начали в 2014 году. 13 миллиардов просмотров. У Насти 69 миллиардов просмотров. И вот они начали с мисс Кэти. У нее 12 миллиардов просмотров. Вот они начали в 2014 году. Но опять же, 1 миллион, 1 миллион, 2 миллиона просмотров. Эти каналы, ребята, зарабатывают десятки миллионов долларов в год. Вот смотрите, что придумали родители. И каким путем они смогли, да, зарабатывать такие огромные деньги. Ребята, вот взять даже этот формат, который вот я недавно ввел. 3 видео по 150 тысяч просмотров. Заходит такой формат. Смотрите, нужен свет, нужна дорогая аппаратура, нужны профессиональные камеры, чтобы с двух ракурсов там была съемка. Нет, ребята, смотрите, я снимаю на вебку. Что я делаю? Я беру и обсуждаю новости. Все. Вы можете делать так же. Это видео наберет больше 100 тысяч просмотров, опять же. Нет ничего сложного. Я когда начинал, у меня тоже был ноутбук и вебка, все. Телефоны есть сейчас. Не нужно дорогого оборудования. Садитесь себе в комнате и снимайте ролики. Все, ребята, все просто, начинайте. Конечно же, здесь нужен опыт, у меня есть опыт, нужно грамотно об этом всем рассказывать. Но он у вас не появится, этот опыт, если вы не начнете. Не появится, ребята. А если вы там не умеете разговаривать, пожалуйста, вот Хабилейн. Он не разговаривает. Если вы не умеете вещать там, рассказывать. Я сам не умел вещать. Я не умел грамотно разговаривать. Я просто снимал, 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 снимал. Сейчас до сих пор мне говорят, ты там неправильно сказал. Там у тебя ошибка. Ты русского не знаешь. Я в каком году? В 2013 году еще русского не знал. Вот, ребята, я просто начал это делать. Так, покажу вам еще одного интересного блогера. Лил Микела, блогер, у которого 3 миллиона подписчиков. Ребята, это не настоящий человек. Это робот. Вот даже здесь написано. 19-летний робот, живущий в Лос-Анджелесе. Одна компания из Лос-Анджелеса создала персонажа и начала вести инсту. Смотрите, верифицированная инста. И многие до сих пор думают, что это настоящий человек. Она рекламирует Samsung, снимает клипы, поет. Вот так вот ребята придумали, да, вести инсту. И людям, ребята, пофиг. Людям реально пофиг. Вот вам лидер мнений. И через этого человека можно транслировать какие-то мнения. Через этого человека. И люди будут верить. Люди будут прислушиваться к советам вот этой девочки, которая является не настоящим человеком. И вот таким образом, да, компания может продвигать свои интересы. Вот, блин, какой сейчас мир.
Я думаю, таких блогеров будет появляться очень много в будущем. Особенно с текущим трендом, да? Идем дальше. Смотрите, какие есть еще аккаунты. Что можно делать с инстой? Вот. Инста-скелета. Вот что придумали ребята, да, и зарабатывают на этом деньги. Вот, ведут инстаграм-скелета. Вот, смотрите. Инста-собаки. Верифицированный аккаунт. Men's Wear Dog. Прикольно, да? Вот, смотрите, еще чувак зарабатывает на своем коте, фоткает кота с деньгами, ну и делает на этом деньги. Вот вам идеи, ребята, вот вам идеи. Это все мотивация, это все пища для ума. Пожалуйста, вперед. Может быть, именно это видео, опять же, изменит вашу жизнь и подскажет вам какую-то крутейшую идею, на которой вы заработаете миллионы долларов. Вот, смотрите, что я нашел. Камень. Камень в лесу. Всем привет, меня зовут Камень, мне 250 миллионов лет, я живу на полянке в лесу. Сегодня я покажу вам один день из моей увлекательной жизни. И вот каждый день пост, сегодня ничего не произошло, причем одна и та же фотка. Но можно сделать по-другому, вы тоже можете так сделать, вы можете взять, найти там у себя где-то камень, поставить его в одно место и ходить каждый день фоткать этот камень. Но, опять же, это нужно делать на Америку. Понимаете, это нужно делать на весь мир. Нужно вести на английском. Вот, и ходить каждый день. Вот вам постоянство усилий. Каждый день фоткать. Будет меняться, понятное дело, ракурс. Будет меняться погода. Будет меняться окружающая там среда. То есть будет там дождь, снег. Там. Поняли, да? Можно что-то такое придумать. Можно реально что-то такое придумать. Можно не с камнем. Ребята, если у вас есть какие-то нелепые идеи, тестируйте их, тестируйте. Никому об этом не говорите, просто тестируйте. И кто его знает, может быть, однажды это полетит, и вы станете мега богатым человеком. Вот, например, если бы качали этот аккаунт, да, Инстаграм яйца. Инстаграм яйца – это публикация... Самый популярный в инсте, ну может уже, конечно же, ее переплюнули, вот 55 миллионов лайков. Вы тоже можете завести там инстаграм яйца в своем холодильнике. Вот возьмите одно яйцо и все, и фоткайте его. Фоткайте его каждый день, как оно стоит в холодильнике, что оно там делает. Вот вам идея, да, то оно там с маслом, там тусит, то там с овощами, да, то еще оно где-то там. В общем, ребята, каждый день, именно каждый день делать фотку, да, жизнь яйца в холодильнике. К примеру, да, может быть, уже есть такие идеи, да, может быть, тяжело их будет продвигать, но опять же, если вы что-то такое возьмете, найдете, придумаете, что-то уникальное, что-то такое, чего еще нет, вы сможете вот на этом заработать огромные деньги. В общем, ребята, на этом все, буду прощаться. Я думаю, после этого видео у вас... запустились мозги и начали генерировать какие-то сумасшедшие, может быть, нелепые, идиотские идеи. В общем, ребята, пробуйте, пробуйте и всегда будьте в тренде. Смотрите почаще вот такие вот видео, которые будут развивать вас, которые будут вас мотивировать. Ребята, смотрите вот такой контент, потому что если вы не будете в этом вариться, у вас не будет никаких идей. Все ваши идеи, это реально будет... Заработок в Польше, ехать за границу. Это самая, блин, я не знаю, нулевая идея, которая может прийти к человеку, который вообще не развивается. Вот эта идея придет к человеку, который вообще ни за чем не следит, нигде не варится. Сейчас такие возможности. А вы мне говорите, ехать на заработки или не ехать. Варитесь в этом всем, варитесь, и вы обязательно найдете себя в этом, найдете себя. Я в этом всем варился, я сутками сидел в интернете. Я о заработке за границей даже не думал, вообще ни одной мысли у меня не было, ни одной. Как такие мысли могут у меня возникать, если я постоянно варюсь вот в этом всем? В этих всех проектах, в этих всех новинках, я всегда в этом варюсь. Вот где я вижу возможности. Я вижу возможности вот здесь. Вот такая вот история, ребята.
В общем, если вы еще не подписаны на все наши проекты, подписывайтесь, все ссылочки будут в описании. Наш основной канал Инстардинг, обязательно подписывайтесь. Канал по инвестициям, инвест-канал. Здесь у нас финансовая грамотность, заработок, инвестиции, новости. Подписывайтесь. Канал по мотивации. Кто не знал, у нас есть еще канал по мотивации. 500 000 подписчиков. Здесь крутейшие мотивационные видео. И канал с новостями. Вот где следить за вот этими всеми крутыми новостями, за трендами, за новинками, за инновациями. Здесь не тот шлак, который по телеку. В общем, ребята, на этом все. Огромное спасибо всем за просмотр, за поддержку. Поддержите это видео лайком. Всем удачи, прокачивайте себя, и вы обязательно найдете свою идею на $1 000 000. Всех обнял, поцеловал. Пока.